Природный газ пришел в поселок Родниковые пруды Майнского района. Подробности у вас, Расатиной. 7 миллиардов рублей. Именно такая сумма по программе газификации регионов России ПАО «Газпром» вложена в газификацию Ульяновской области в период с 2005 года. В этом году генеральный директор «Газпром» газораспределения Ульяновск Николай Кочугов и глава региона Сергей Морозов подписали план-график синхронизации программы. На территории Ульяновской области существует две программы. Да? Первая программа – это программа ПАО «Газпром». Да? Скажем так, и вторая программа – это программа газификации Ульяновской области за счет спецнадбавки к тарифам по транспортировке газ. Родниковые пруды вошли во вторую программу. «Газпром» 100% всегда выполняет свои обязательства. Межпоселковая газовая магистраль свыше 4 километров объединила Белое озеро и Родниковые пруды, где газовики ввели в эксплуатацию 7 километров внутрипоселковых сетей. Работы по строительству выполнялись в полном соответствии с графиком. Не сказать, чтобы это был очень простой объект. Здесь грунты местами были достаточно сложные, ну и рельеф местности. В Родниковых прудах к системе газоснабжения уже подключено 46 жилых домов. Любовь Летюшова признается, что давно мечтала о голубом топливе, а потому одной из первых оформила заявку на подключение дома. Теперь нам не нужно будет заготавливать дрова, не нужно будет вставать ночью, подкидывать дрова в кочегарку. Жители Родниковых прудов, которые пока не подключились к газоснабжению, могут сделать это, заключив соответствующий договор. А преимущества природного газа станут заметны достаточно быстро, в чем многие сельчане уже убедились. Вас Расадина, Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.